Здравствуйте, с вами Елена и Добрые рецепты. И сегодня мы с вами приготовим тыквенные кексики. Кексики эти не совсем обычные, на овсяной муке с добавлением полезного белого льна. А еще в тесто я добавляю сушеный имбирь. Он придает особую пикантность этим кексам, они получаются такие немножко жгучие и согревающие, очень вкусно. А перед тем, как приступить к приготовлению кексиков, хочу вас познакомить с новым каналом «Человек брокколи». Его автор Дмитрий не ест мясо уже 19 лет. И на его канале вы найдете простые и понятные вегетарианские рецепты. Они подойдут не только вегетарианцам, но и, в принципе, всем, кто интересуется здоровым питанием. Рецепты Дмитрия очень приятно смотреть, потому что он профессиональный оператор. А еще на канале Дмитрия вы найдете обзоры популярных кафе и ресторанов и их оценку на пригодность для вегетарианцев. Ну а теперь давайте готовить кексики. 380 грамм замороженной тыквы заливаем горячей водой в количестве 250 миллилитров. Варим тыкву до мягкости минут 10 под крышкой. Теперь мне нужно измельчить 180 грамм овсяных хлопьев и 30 грамм льняного семени. Белый лен особенно полезен для женщин, в нем большое содержание лигнанов, большее, чем в коричневом льне. Ждем, когда остынет отваренная тыква, и ее тоже измельчаем вместе с жидкостью. В тыквенное пюре добавляем 130 грамм сахара, 10 грамм сушеного имбиря, это 2 столовые ложки приблизительно. А это мой помощник, поедает изюм. Да. Добавляем 10 грамм разрыхлителя теста, вместо разрыхлителя можно добавить соду и лимонную кислоту. Перемешиваем. Да, перемешиваем. Добавляем перемолотую овсянку с льняным семенем. Да, это тесто. Теперь 50 грамм подсолнечных семечек. Добавляю 50 грамм изюма, промытого заранее. Пару столовых ложек растительного масла. Добавляем 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки. Тесто. Получается вот такое тесто, достаточно густое. Выкладываем тесто в формочки для кексов. Выпекаем при температуре 180 градусов. 25 минут. Если вам понравился рецепт, ставьте пальчики вверх, так вы меня отблагодарите. Мне это будет очень приятно. Ну и до новых встреч. Пока-пока!